Бюджет следующего года, как и прежде, носит социальную направленность. Значительная часть расходов на реализацию 16 муниципальных программ. Это более 6,7 миллиарда рублей. Особое внимание ремонту и строительству дорог. 720 миллионов рублей по ОБКД, безопасные качественные дороги, плюс еще софинансирование из городского областного бюджета порядка 240 миллионов. Это 960 миллионов. Конечно, это нам удастся многие наши дороги, уличную дорожную сеть привести в нормальное нормативное состояние. Уже в следующем году начнется строительство дорог по проспектам Дружбы и Надежды Плевицкой. Также депутаты обсудили поддержку детей с ограниченными возможностями. Мы передаем сегодня, даем разрешение, согласование на передачу базовых рабочих мест детям-инвалидам, которые в школах обучались и далее будут продолжать обучение в среднеспециальных высших учебных заведениях. Это те возможности, которые традиционно город как социальное направление поддерживает.